Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня у меня для вас шикарная информация по новому ФНАФцу, а точнее, у меня точная информация по тому, какие аниматроники будут в этой новой игре. Поэтому сразу предупреждение, если вдруг ты хочешь не знать никаких спойлеров о новой игре, и не хочешь знать имена новых аниматроников, а хочешь сам посмотреть на это и такой «Вау-вау-вау, вот это да!», и тогда не смотри это видео, то есть, поставь лайк, расскажи друзьям, а тогда уходи, и больше не смотри это видео, потому что я сейчас расскажу имена, и буду о них чуть-чуть рассуждать. Если ты не хочешь спойлеров, тогда тебе лучше этого не видеть. Но если ты остаешься, тогда ты хочешь. Поехали! Сразу, кстати, скажу, что моя теория предыдущая, которую я рассказывал на тему фантайм аниматроников, и что они будут в сестринской пиццерии, и что Мангл, неполоманная, то есть фантайм Фокси, будет в этой игре, была правдива, несмотря на то, что тонны народу мне потом писали в личку, типа, ты что, дурной, что ли, это не прав. Ссылочка в описании, кому интересно. Все, я похвастался, и я доволен. Да, я хвастливый говнюк. Ну и что? Итак, а теперь к именам. И вот первые имена, которые были зарегистрированы в 16-м году, это и есть новые аниматроники, я полагаю. Хотя, возможно, и следующие тоже к этому относятся, то есть Spring Bonnie, Spring Trap и Spring Trap Adventure Version. Но не уверен, потому что они у нас по дате 2015-го. Итак, значит, у нас что есть? Бэйби, то бишь ребенок. Ребенок? Они, видимо, взяли какого-то ребенка, засадили его в пластиковый костюм и сказали: «Работай, тварь!» И теперь он у них аниматроник. Возможно, возможно и нет. Возможно, это замена Биби. Кто знает, мы узнаем только, когда выйдет игра, или когда Скотт сделает больше намеков на эту тему. Следующее — это Балора, Биди Баб и Эннард. Не знаю, Эннард похоже вообще на имя вампира. Это все, что я могу сказать. Балора похожа на девочку. Возможно, Балора — это... Балора, Бол, это шар. То есть, это возможно, возможно, женская версия Биби, то есть Джей Джей. Но я не уверен, я не уверен. Биди Баб вообще похожа на люля-кебаб, какую-то еду. Может, это ходячая еда, ходячий бифштекс? А далее это Foxy the Pirate Funtime Version. То есть, Funtime Foxy. То есть, Мангл. Следующий — это Фредди Фазбер Funtime Version и Мини Рена. Я думаю, что Мини Рена будет у нас марионеткой. Ну, почему-то у меня отсылочка, знаешь, Мини Рена, марионетка. Ну, возможно, мне так кажется просто, но здесь какая-то есть связь. Ну, опять же, я думаю, что здесь есть связь. Точно сказать вообще нельзя. Потому что все эти имена, что Бэйби, что Балора, что Биди Баб, что Эннер, что Мини Рена, они ничего особо не говорят. Единственный, кого мы видели отсюда, это Foxy the Pirate Funtime Version, то есть Мангл. То есть, не поломанная Мангл. Я об этом рассказывал подробнее в предыдущем видео. Здесь еще на скриншоте показан Spring Bonnie, Spring Trap и Spring Trap. Не уверен, что они будут у нас, потому что... Ну, хотя Spring Bonnie возможно. Потому что Spring Bonnie самого мы нигде не видели. Ни в каком из ФНАФов. Возможно, он тоже, то есть Adventure Version, он тоже у нас из сестринской пиццерии. Возможно. Но это не точно. А первые 7... скорее всего, будут в новой игре. А вы пишите в комментариях, ребята, что это за аниматроники? Ведь никого, кроме Фредди Фазбера и Фокси, мы не знаем. Ну и опять же, любопытно, будет ли новая пиццерия также называться Фредди Фазберс Пицца? То есть, будет ли Фредди главным аниматроником во всей этой куче или нет? И еще, обрати внимание, я думал, ты уже обратил, здесь нет Бонни и здесь нет Чики. Всеобщего любимца Бонни убрали! Как так? Каждый обожает Бонни, но только Фокси, а после него все обожают Бонни. Его убрали! И теперь вместо него будет кто-то, видимо, из всей этой компашки. Может, Эннард? Эннард мне уже не нравится, он похож, опять же, на какого-то страшного вампира. Бе. Ну ладно, ребята, пишите в комментариях ваше мнение на тему этих аниматроников, на тему того, что это за аниматроники, и кажется ли вам также, что Мини Рена как-то связана с марионеткой? И мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока-пока и удачи!